Уф! Видел, мать я, а? Я из тебя сделаю лепешку, блядь! Говно! Кусок! Дерьма! Скажу тебе! Хрен! Ебашь его, блядь! Кому это сказал? Тамазель, что ты там делаешь? Эти движения не делай! Зачем меня поднимаешь? Его поднимаешь сюда, блядь! По-русски, а расколоткали это цесаря! Ровный самый паркурсы сход! А я не могу по-русски, да я тебя раз, да, да, да. Ара, заявление! Ара, сосрана! Заявление! Уйбу, я твой гланды уйру, вот как сырные шарики пожарю, жрать их будешь! И та, и! Уйбу! Да ну, эй, ты, сука, это, блядь, ты нихуя такая, эй! Ты чё, блядь? Пенни, пенни, пенни! Блин, я не могу так. Да ладно, все через это проходили. В этом городе. Пацаны, знакомьтесь, это моя новая девушка. Кстати, сколько тебе? 27. Это моя старая девушка. Знаешь, у меня настолько длинный, что когда я писаю, люди думают, что я ловлю рыб. А ты вот так всех к себе зовешь? Нет, конечно. Чего вы все так спрашиваете? Секс только после свадьбы. Блин, классно, как раз вчера только свадьба была у меня. Я не помню, когда последний раз засыпал по любви. Нет, не то чтобы с кем-то переспать. Секс это всего лишь потребность, а сон это я и ты. И в обнимку без любви я не хочу засыпать. Я не помню, когда последний раз засыпал по любви. Нет, не то чтобы с кем-то переспать. Секс это потребность, а сон это я и ты. И в обнимку без любви я не хочу засыпать. Без какой любви ты не хочешь засыпать? Тебе 12 лет, ты чё трясёшься? Чё ты трясёшься? Да, трясёшься, ну, ты чё, а? Секс это потребность! А мне нужно много! А я машину купила. Купила? Может, подарили? Или заслужила? Заработала! Да как? Кризис? Ковид? Бочка! Отстань! Ладно, водить-то умеешь? Права, небось, ты купила? Или подарили? Или заслужила? Это что за знак? А это? А это? Пешеходом уступаешь? Поворотник включаешь? А кальян куришь? Чё? Покурим вместе? Я не курю. Я тоже. А это знаешь что? А это? А это? А этот? А в бак чё льёшь? 92-й или 95-й? Или холу? Виски хочешь? Я не пью. Я тоже. А за рулем красишься? А, вижу. А это зачем? А шмотки возишь? Ясно. Освежитель. Это перцовый баллончик. Не, ну согласись, предложение на Мальдивах это слишком банально. Так, я не поняла, что здесь происходит? Новенькая, кто это? Подруга моя лучшая. Говно такое! Светлана, не трогайте ее! Светлана, да не трогайте ее! Светлана! Я говорю, подруга моего детства. А я погляжу, тяжелое детство у тебя было новенькое. В смысле? Трусы повисли. А и что получается, сегодня на тусовку идем? Ты с собой страшненькую подружку привела. Женщина, успокойтесь. Женщина? Сердце, давление. Ой, извините, извините, я ошиблась, не женщина. Бабушка. Да Светлана! Светлана, не трогайте ее! Светлана! Ну и что? И как зовут-то подругу? Василиса. А я Света... Светозавр. Мама, меня бросил парень. Я надеюсь, по причине смерти? Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. А я говорила, притворяйся хорошенькой до последнего. Да я знаю, это я ему посоветовала. Да что же у тебя за судьба-то такая? Сначала папа, потом парень. Самое главное, что у вас детей нет. Детей же нет? Как это? У тебя парень был?
Доченька, я за тебя так рада! И мне так жаль! Ой, а ты какая, Василиса, получается? Премудрая или прекрасная? А то я что-то ни того, ни другого не заметила. Ты это получается тогда. Василиса Замухрыса. Ой, говорю, Замухрыса. Это у меня в голове совместилась крыса и замухрышка. Извини, случайно. Ладно, Оль, нам ехать там пора, да? Да, Светлана, все, мы поехали. А то нам на ноготочки вдвоем, потом в ресторан, потом на закрытую вечеринку. А так? Вас покинуть, потому что здесь воняет. А знаете чем? Предательством. Светлана, да вы куда? За сумкой куда? С вами поеду. Теплый сентябрьский день. Ничего не предвещало беды. И тут звонок в скорую. Жена отравила мужа ядовитым ядом. Отравление химикатом из разряда шептун. Запрещенный во многих странах из-за чересчур жестокости. Я думал, у них внутри бабочки и радуга. Вообще-то он сам виноват. Он просто рассмешил меня, и я не сдержалась. Слушайте, вы не видите мою отговорку, а? В радиусе 3 километра эвакуированы все жители. Очевидцы утверждают, что воздух резко стал желтым. На самом деле, я очень сильно удивлена. Мы с ней договорились, что мы будем копить и продавать этот газ по низкой цене в Европу. Но теперь наши запасы уменьшились. По факту этого дела возбужден сосед. По его словам, он не брезгливый и готов ее принять. Мы продолжим следить за ситуацией. С места событий специальный корреспондент Булат Браво. Перезабейте, пацаны! Надеюсь, она меня здесь не найдет. Милая, ты где? Что это? Дорогая, я купил тебе шоколадки. Ну ты сильно громко дышишь. Дорогая, а когда у тебя эти дни закончатся? Понял? Быстрее бы прошло. Ты что там себе под нос шепчешь? Иди, чё, говорю, как я тебя сильно люблю. Бешеная. А чё, твой лайк? Нет. Ты что, офигел, лайкаешь других баб? Этот парень... А, бежит, бежит. Ой, дядчишек, вас прям сегодня не узнать. А, ладно, завтра приду. Да стойте, стойте. А вы слышали, по Москве послабления начались? Да ну у тебя чего, по всей Москве, что ли, а я на сливу грешу. Что нового у вас? Да и Сифа разводом пугает, говорит, что не даст. А вы хотите большой чистой любви? Не, маленькая и грязная. Как у конопли дела? Да, ой, растет она, конечно, не по годам, и не по дням, и не по часам. Короче, вообще не растет, вот какой была, такой и осталась. Шибзя, не сезон сейчас. Оля, а у тебя сигаретка? Есть. О, пошли задом, а потом покурим. Идите нафиг. О, Оля, а ты в каком году родилась? В 91-м. Да, не урожайный год был. Я на самоизмотации придумал. Я на дом 2 пойду. Телефон скажи. Дом 2? 03? Алло, а я к вам решил. Все, к вам на дом 2 пойду. Все, понял. Что говорят? Говорят, едут. Халат возьми, чистый с тобой. Не хочется со звездой, буду сейчас фоткаться. Может, что за дом с вами сходить? А потом покурим. Ты посмотри на ее глаза. Какие ресницы. Господи, какой объем. Как будто бы бабочки спустились. Я хочу, чтобы ты меня родила. Выходи за меня. Выходи. Просто потрясающе. Да! Да! А, это ты?